может быть круче и полезнее какао? Это кероп – природная лечебная сладость, в которой нет сахаров и кофеина. И поэтому он является полезной альтернативой какао, шоколаду и даже кофе. Одним из самых крупных поставщиков уникального продукта является Испания. Кероп-бобы сами по себе не сладкие, а становятся такими только после того, как кероп-стручки подсушат на солнце. Насколько питателен кероп? Калорийность 100 граммов продукта – это 222 килокалории. Это плоды цератонии стручковой или рожкового дерева, которое растет в Средиземноморье. Их собирают и перемалывают в порошок. На Сицилии, Мальте, в Турции, Испании, Португалии из кероп-бобов делают компоты и ликеры, а жители Египта и Индии применяют его для создания вкуснейших десертов. На Кипре плоды кероба скармливаются крупному рогатому скоту. В Новом Завете отмечено, что именно плодами рожкового дерева пытался Иоанн Креститель во время блужданий по пустыне. И спрашивается, почему кероп сладкий и вкусный, если в нем нет сахара? Все дело в витамине В8, который еще называют инозитол. Именно это дает ему сладкий вкус и заряжает нас энергией витаминов. Основная форма инозитола – дхи-инозитол. Поэтому шоколад из кероба с дхи-инозитолом снижает уровень сахара в крови, тогда как обычная шоколадка только его повышает. Это происходит потому, что дхи-инозитол усиливает переход глюкозы крови в клетку, где в энергетической станции клетки, митохондрии, из нее получается энергия. Чем еще может полезен быть инозитол? Первое. Улучшает образование половых гормонов, что способствует восстановлению менструации, усилению либидо и даже наступлению беременности. От кероба может быть реальный оргазм. Второе. Восстанавливает и оздоравливает главный орган очищения организма – печень, что способствует выведению токсинов. Третье. Нормализует уровень холестерина, укрепляет стенки сосудов, уменьшает риск сердечных болезней и инфарктов. Пациентам с нарушением жирового обмена, особенно принимающим статины, инозитол необходим. Четвертое. Улучшает состояние кожи и ногтей, укрепляет волосы, способствует их росту. При дефиците В8 часто секутся, ломаются и выпадают волосы. Витамин В8 помогает наполнить кожу и ее придатки водой. И пятое. Нормализует работу нервной системы, защищает от стресса, тревоги, бессонницы. Кероп можно и нужно давать детям, особенно в школе. Витамин В8 первым делом устремляется в головной мозг, помогает нервной системе правильно сформироваться, усиливает процессы запоминания и мышления и устраняет причины синдромов дефицита внимания. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Вам не жалко, а мне приятно. И, конечно же, подписываемся на канал. Еще будет очень много интересных видео.